В Белоглинском районе состоялась третья в текущем году церемония вручения ключей от квартиры лицу из числа детей-сирот. Новоселом стал Дмитрий Тетяев. Он получил благоустроенную квартиру в Новопокровском районе. А в 2021 году по программе «Дети Кубани» будет приобретено и предоставлено 8 жилых помещений для категории лиц из числа детей-сирот. До конца года планируем всех обеспечить жильем по плану. Ключи от заветных квадратных метров Дмитрию Тетяеву вручил заместитель главы района Олег Ефимов. Церемония проходила в торжественной обстановке. Квартира есть, семью завести, чтобы был смех в этой квартире, чтобы радость, тепло, уют был. Пожалуйста, следите за сохранностью всего. А потом, конечно, благодаря государству вы ее приватизируете, и она будет полностью ваша. Поэтому поздравляю вас, желаю вам здоровья и заводите семью обязательно. Дмитрий доволен своим новым жильем. Квартира оборудована всем необходимым. Имеется электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, а также ванна, газовая плита, на кухне раковина. Квартира доволен, рад, что получил. Давно ждал. Спасибо. Я буду создавать семью, работать. Технические характеристики квартиры Дмитрия Тетяева и рабочее состояние оборудования проверила специальная комиссия. К вопросу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в Белоглинском районе относятся с большой ответственностью.